В краевом центре в среду вечером полицейские устроили погоню за машиной, водитель которой сделал попытку уклониться от проверки на дороге. Объект внимания сотрудников ДПС – «Жигули», в которых сидят несколько человек. Патрульным удается плотно сесть на хвост беглецам. Водитель, лавируя между попутными машинами, пытается оторваться от привязчивой полицейской спецмашины. Кортеж пролетает по транспортной эстакаде у Волочаевского городка, далее по Восточному шоссе. Около Выборгской улицы в кадр попадает второй наряд ДПС, который пытается отрезать путь беглецам. Нарушитель направляется в поселок Горького, но внезапно делает маневр, уходя в частный сектор, не забыв включить указатель поворота. Шокированные таким сервисом полицейские едут следом и становятся свидетелями мягкого финала. «Жигули» на скользкой дороге съезжают в кювет. Вот та же картина с другой точки. Из машины выбираются подростки, полицейские собирают у них документы. Сидевшего за рулем юношу сразу усадили в патрульную машину. Но у гонщика он не похож, ключи от автомобиля имелись. Вскоре выяснилось, что «Жигули» принадлежат отцу молодого человека. По словам задержанного, отец поручил ему мелкий ремонт автомобиля, а он решил прокатиться с друзьями по городу. Прав у тинейджера нет, он еще несовершеннолетний, поэтому он и пытался скрыться. За его выходку ответят родители. Им грозит штраф до 30 тысяч рублей. Пострадавших нет. С места происшествия Евгения Куликова, Александр Ефанов и Павел Рогатин.